В районном доме культуры города Краснослободска в рамках региональных рождественских чтений состоялись 5-е епархиальные архангельские образовательные чтения. Тема форума 1917-2017 «Уроки столетия». В ходе конференции звучали доклады, посвященные храмам Краснослободска, местным новомученикам и исповедникам. Также вниманию собравшихся была представлена дополнительная программа по духовно-нравственному воспитанию «Святая Родина моя» для пятиклассников общеобразовательных школ. Были подведены итоги конкурса «Мой храм-2016». Его участники самостоятельно снимали фильмы о храмах, иконах и святых источниках. Было снято около 30 фильмов. В течение нескольких дней чтений во Дворце культуры Краснослободска действовала уникальная выставка, экспозиция которой была привезена из Сарова, посвященная святому праведному Федору Федоровичу Ушакову, адмиралу флота российского, не потерявшему в сражениях ни одного корабля, святому, чья жизнь связана с Мордовией.